Знакомьтесь, Элизабет Рассиелло. Предприниматель, инвестор, консультант, генеральный директор, соучредитель и аналитик. Элизабет – жительница Нью-Йорка, в основном известная как соучредитель и генеральный директор BitPesa – онлайн-платежной платформы. Она имеет степень бакалавра в области политических наук в Государственном университете Нью-Йоркского колледжа в Буффало и степень магистра в области международного бизнеса и финансов в Колумбийском университете СИПА. Ее карьера началась со стажировки в немецком Бундестаге Палата представителей, а затем в Западной Вирджинии по экономическому развитию WVED. Позже она работала в компаниях LECG, Credit Suisse, Robert Bosch и Goldman Sachs, в основном в качестве аналитика. В настоящее время она работает в Acume Fund в качестве консультанта и в BitPesa в качестве соучредителя и генерального директора.